Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим фрикадельки в томатном соусе. У меня сегодня крайне мало времени, поэтому все будет быстро, четко и понятно. Я готовлю фрикадельки со свининой. Вы можете брать любое совершенно мясо, которое вы кушаете. Еще я томатный соус готовлю из перетертых томатов. Вы можете использовать любой кетчуп, свежие помидоры, томатную пасту развести водичкой. В общем, здесь, я думаю, вы разберетесь. Давайте уже приступать. Фарш я уже приготовила. Давайте начнем готовить. Здесь в миске у меня свиной фарш. Мясо перекрутила вместе с луком на мясорубке. Добавляем соль и специи. Из специй у меня сегодня чеснок, копченая паприка и черный молотый перец. Добавляем специи, и теперь фарш нужно очень хорошо вымесить. Так как яиц я не добавляю, то нужно хорошо перемешать, чтобы фрикадельки не разваливались и чтобы держали форму. Фрикадельки можно формировать покрупнее, поменьше, делайте как вы любите. Я делаю небольшие фрикадельки, так удобно и мне, и деткам их кушать. Примерно вот такого размера. Теперь приготовим томатный соус. Чеснок нужно измельчить и лук тоже мелко нарезать. Затем все это нужно обжарить на растительном масле на разогретой сковородке. Томатный соус я буду готовить из перетертых томатов. Они продаются у нас вот в таких коробочках по 500 грамм. И выливаем перетертые томаты на сковородку. Их нужно немного обжарить вместе с луком. Примерно минутку-две. Это как и томатная паста, тоже нужно обжаривать. Также в соус я буду добавлять вот такой остренький соус чили. Он в меру острый и придает такую приятную пикантность любому соусу и подливке. Добавляю чуть-чуть и тоже немножко обжариваю. Затем нужно огонь поставить на самый-самый минимум. И в томатный соус выкладываем фрикадельки. Затем накрыть нужно крышкой и потушить около 20 минут. Но тут все зависит от размера ваших фрикаделек и вида мяса. Подавать такое блюдо можно с гречкой, макаронами, с картошкой или совсем легкий вариант с каким-нибудь овощным салатиком. Огромное спасибо вам за просмотр, приятного аппетита, до новых встреч и пока-пока! Вкусно? Ням-ням? Ням-ням, да.